«Добрый человек из Сизуана» – первая в этом году экзотическая премьера от Калининградского драмтеатра. Она в буквальном смысле перенесет зрителя на восток, в Китай. Сейчас в режиме нон-стопа трудятся работники цеха декораций. К будущему занавесу нужно прикрепить 200 декоративных цветов. Горячая пора и в пошивочном цеху. Сотни метров атласа, льна и хлопка через месяц трансформируются в десятки национальных костюмов Китая. За работой лично следит художник-постановщик из Санкт-Петербурга Владимир Павлюк. Я впервые так с Китаем, если спектакль делать. Но в эти традиции интересовался и раньше. Так скажем, да, еще во время учебы. Все-таки интересная культура, и поэтому китайские или восточные мотивы, они в спектаклях, как правило, бывают. «Добрый человек из Сизуана» поставлен по пьесе Бертольда Брехта. Ее ставили лучшие театры мира. Она не раз была сыграна и на столичных подмостках Таганки и театра имени Пушкина. Теперь и артисты калининградской драмы готовятся удивить зрителя своей игрой. Премьерные показы нового спектакля «Добрый человек из Сизуана» приурочены к началу весны и состоятся 28 февраля, 1 и 7 марта. А вот заказать билеты можно уже сейчас по телефону 21 24 22 или купить онлайн на сайте театра драмтеатр39.ру.